11 октября районный совет ветеранов побывал в познавательной поездке. Подобные выездные сборы дают возможность поближе познакомиться, обменяться опытом и узнать историю поселения, в котором проводится очередное мероприятие. Вот уже второй год подряд ветераны-активисты со всего Хасанского района выезжают на учебно-методические сборы. В прошлом году они побывали на легендарной земле в поселке Хасан. А в этом году посетили Барабаш, национальный парк «Земля леопарда» и село Безверхово. Мы были на земле леопарда, прошли маршрут, в общем-то, По тропе леопарда. Да. Нас было 47 человек. И затем мы после земли леопарда вернулись по поселок Безверхово. Там у нас прошло торжественное мероприятие у памятника односельчанам безверховцам, погибших во время Великой Отечественной войны. Затем мы посетили памятник Янковскому, памятные места села Безверхово. И посетили музей в селе Безверхово. По традиции сначала прошел семинар-совещание. Участники обсудили выполнение уставной деятельности первичных отделений, а также итоги работы в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных годовщинам Великой Отечественной войны и хасанских событий. В этом году ветеранской организации района прошли отчетно-выборные конференции, и на выездном собрании избранным председателем и новым членом районного совета ветеранов удалось познакомиться поближе и пообщаться лично. Удивительно то, что вот второй год у нас проходят такие вот встречи, выезды, как мы называем, да, советов ветеранов, первичек, куда входят все председатели и плюс активные члены ветеранских организаций. Мы познаем и вновь заново открываем свой район. Подобная форма взаимодействия с первичными ветеранскими организациями позволяет побольше узнать о каждом члене совета, а также обменяться опытом и поделиться знаниями. Выездные сборы планируется проводить ежегодно. Мы, в общем-то, на следующий год также в сентябре-октябре месяце будем планировать поездку. Есть предложение все-таки посетить Пасиет, как, в общем-то, исторический центр нашего района, там тоже есть музей, потому что у нас поездки сопряжены не только, в общем-то, с общением, но и с получением вот полезной, значимой информации именно на памятным местам нашего района. Проведение мероприятия состоялось благодаря финансовой поддержке Краевого совета ветеранов и помощи турцентра «Беркут». Компания уже второй год подряд предоставляет автобусы для выезда ветеранских организаций. Также Совет ветеранов благодарит Александра Владимировича Кучкина и супермаркет «Лимончик» за организацию питания в поездке и Леонида Юльевича Васюкевича за подготовку экскурсионной программы.